Всем здорова, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, а также Дони. Сегодня мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это битва воришек. Кукусяндр, дорогие мои. Ребята, сегодня мы приехали в порт, и, как мне сказали, тут была разгрузка каких-то новых эксклюзивных тачек, поэтому, братан, все эти тачки скоро будут отправлены в автосалон, нам нужно поторопиться, чтобы их перехватить, угнать и забрать себе. Поэтому, братан, сразу сходу мы выбираем себе байки. Здесь, как видите, ребята, аж получается 12 байков, поэтому давай выберем для тебя первого. Сильный зависит число от 1 до 12. Ответ 6. Шестой байк у тебя это Bad Bike. Ну неплохо, кстати. Mm-hmm. Ага. Ну и сильный зависит число от 1 до 11. Ответ 8. И получается тогда у меня вот этот вроде как чоппер, если не ошибаюсь. Правильно же, да? 3, 6. Да, 8, все верно. И да, ребята, сейчас мы приготовим байки и начнем. Давай. Так, ребята, время, я запустил, байки готовы. Погнали, братан. Я, короче, поеду сюда, посмотрю, что здесь. Так, раз, понял. Ага, я понял, так, отлично. Это же то, что я думаю, или нет? А ну-ка. А ну-ка, 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 давай посмотрим. Ладно. А, вон, новые тачки, я понял, братан. Я, в общем-то, понял, да, это то, что я думаю. Это как бы чит, поэтому оставим его здесь. Ты угнал, получается. А, ты угнал. Что ты сделал с моими байками? Она просто не управляется, нихрена. Я понял. Я, короче, кое-что видел, и, братан, на самом деле, я даже не знаю, что выбрать. Там вроде бы как... Как я посмотрю? Ага, и Бэтмобили, и как бы тачка из Киберпанка. Серьёзно? И что брать-то? Окей. Да. А, ты тоже здесь, что ли? А, не. А, да, ты тоже здесь. Блин, что брать-то? Первое, левое, правое, правое, левое. Давайте, короче, выберем мы вот это, наверное. Добро! Тихо. А, подцепись. Я очень надеюсь, что на дерби. Дурак. Ты дурак. Я хотел забрать его, ну ладно. Нет, спасибо, но заберу его, пожалуй, я. Я очень надеюсь, что на дерби все-таки... Ты его забрал? Моя тачка будет лучше. Нет? Да сейчас пытаюсь, ты меня сбил. И прицеп из-за этого отцепился. Блин, было. Но я заберу его. Я его заберу, да, не переживай. Я его забрал, братан. А, все хорошо с ним, ну, так, ладно, главное ладно. Доставить. Тихо. Сразу, кстати, 4 автомобиля. У тебя, кстати, тоже 4 автомобиля, поэтому... Ладно, давайте где-нибудь тут его оставим. Ты жив? Здоров? Цел? Понимаю. Я просто тебя немного сбил. Но ничего страшного, в общем-то, не переживаем. Так, погнали далее, сразу следующий байк. Поехали. О, вижу еще интересненько. Так. Опа. Я сразу это заберу тогда. Я надеюсь, что тут есть что цеплять, да? Или нет? Так, ладно. Есть что цеплять или нет? Так, там вроде бы нету ничего. Ага, я понял. Я понял. Так, я это забрал, забирать не буду. А, ты забираешь Уракан, да, получается? Да. Я понял, я тогда заберу Феррари, пожалуй. Да, поехали, быстро. И я... Ага, еще кое-что интересненькое заметил. Блин, хватило я бы тоже. Времени, тачек на самом деле очень и очень здесь много, я поэтому, думал, ребята... Я думал ставить свой прицеп не так, чтобы мои байки не загораждать. Вообще-то я об этом не думал, не было такой идеи. А, я загрядил, да? Да. Ну, прости, давайте вот так вот подвинем. А, вроде... Жив цел, ой, орел, я предлагаю все, байки отлично. Убрать по-хорошему, ну ладно. Все, я думаю, все хорошо, поэтому, братан, главное, что я хотел забрать? Я хотел забрать вот это добро, это потому что я его давно заметил. Это вроде бы не чит. А, да, ладно. Отлично, это если чит, то все прекрасно, а ну-ка. Да, это чит, братан, все отлично, я угнал Регеру, то есть на одном испытании уже прям явно должна быть победа. Так, отлично, еще одна тачка готова, поехали, тогда заберем. Я видел еще один прицепчик с хорошими машинками, поэтому надо будет его быстренько сейчас забрать. Так, ага, блин, столько тачек классных на самом деле, ребята, здесь, и все забрать, конечно, не получится. Ауч! Прикольно. Понимаю. Прикольно, но я понял. Меня, короче, взорвал этот прицеп. Я починился, конечно, но это было неожиданно максимально. Так, давайте заберем мы тогда вот это добро, ребята. Бугатти забираем. Цепляйся ты уже. Все, поехали, отлично. Так, а что остается-то, получается? Еще один прицепчик остается, да? И куча крутых тачек. А ты что пригнал? А, ты Сиан пригнал. Блин, и как здесь-то развернуться-то? Ну, если да только вот так вот. Если только вот так вот. Понял. Прости, братан, но у меня там не было выхода, бы... поэтому оставляем, наверное, прицепчик здесь. Там что там как бы? Там только прицеп как бы хреновый остался, что его забирать вообще есть смысл. Ну я, наверное, подумаю об этом, но есть и другие автомобили, которые я бы хотел угнать, а ты монстра забрал. Понимаю, но я, короче, присмотрелся и видел вот это добро, поэтому, ребята, быстренько сейчас заберем мы супру, которая здесь стоит, и еще вижу...
Ага, два, все что ли? А там еще одна. Ага, я понял. Я понял, в принципе, еще тачки есть, как бы, братан. Тачки-то поэтому есть, надо торопиться. Конечно. По времени остается уже полторы минутки, поэтому, братан, давай, давай. О, что? У нас... А или нет? У нас, походу, у нас грузовик угнали. Что? Серьезно? Ну, грузовики как бы нам не нужны, но реально угнали, да. Так, что тут, подожди. Тут забрал, нам забрал. А, вот, 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 я вижу кое-что интересненькое. Вот это мы тоже заберем, ребята. Это дорого стоит на самом деле. А ты там что забираешь, кстати? Дорого, это что там тебе? Терза? Терза нашел. А, Терза. Еще одну интересненькую машинку я приметил. Слушай, и ну наверняка ладно, я его заберу. Потому что золотые, золото, по идее, это не дешево. Там золотые стоят внедорожники? Да. Я что-то даже не заметил этого. Это, по-моему, хромированный, то есть там золотом даже и не пахнет, если так посмотреть. Да, это просто обычные хромированные тачки. Ладно, на самом деле... На самом деле есть еще одна машинка, которую, собственно, ты можешь забрать напоследок, и по времени мы уже подходим к концу. Я заберу вот эту. Это что вообще? Это Nissan какой-то, новенький Nissan, поэтому, ребята, а в него не садится. Так, давайте сядем. Отлично. Я забрал тоже уже последнюю машинку, более вроде бы как... Да и не вижу. Все тачки вроде бы мы угнали с тобой. Ребята, сегодня у нас просто офигеть какой огромнейший куш. Давайте почитаем количество. Ну, если так смотреть, 4, 8, так, и вот это еще мои 12. И получается, ребята, мы так почитали. У меня вышло аж целых 20 автомобилей. У Дони, собственно, тоже 20 автомобилей. Сегодня мы угнали... Аж целых 40 тачек Спарта, поэтому нам нужно как можно быстрее все это перегонять в нычки и проходить испытания. Поэтому погнали на первое. Давай. Итак, ребята, мы готовы, наше первое испытание. Прыжок веры, собственно, Бэтмобиль против Терза. Ну, давай посмотрим. Ты давай. За счет ускорителя прыгнуть хорошо? Не стреляй да. Ты. Уфил, блин, так отлично. А можно меня еще ветряком? Да ладно тебе. А, ты вон уж где. Блин, да. Я ветряк обратно откинул. Я понял, ладно, хорошо, первый балл за тобою. А поехали тогда далее. А, на второй раунд. Надеюсь, что... Давай, тебя давай, цепанет давай. Ветряк, и ты тем самым отлетишь. А я... А я наоборот полечу дальше. Да блин, я врезался, ветряк. У тебя все хорошо? У меня все прям идеально. У тебя все хорошо, я понял. Ладно, ребята, балл за Дони. А мы тогда отправляемся на следующее испытание. Давай. Так, ребята, мы готовы на следующее испытание дерби. Ты нормальный? Я просто выстрелил, а потом она сама навелась. Ты нормальный, а? Я понимаю, что ты не планировал, но как бы... Ну ладно, братан. Получилось красиво. Минус один балл тебе, поехали. Две жизни у нас. Да ты запарил стрелять. На самом деле, ребята, мы не знаем, кто же все-таки... Сильнее, потому что Бэтмобиль ранее никто не мог перетолкать. Чуть серьезно, что не, ли? Квадро переталкивает, мы вчера сверцом пробовали. Я просто не пробовал, я поэтому не знаю. Серьезно? Я понял. Да. Стреляй, брат. Прям из ракетницы прямо или как? Нет. Ай-я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 й
Ну, давай. У тебя все хорошо там? Да. Ага. Капец. Да, да перестань ты. Да что ж ты такой неугомонный-то? Ага. Хорош. Ага. Ну я-то хорош, я знаю. Но ты-то будешь... Вау! Вау! Вау, да ладно! Да ладно! Стреляй. Где ты? Подожди. Подожди. Подожди, я тебя не вижу просто, честно говоря. Я далеко пешком улетел. Я хотел чисто вверх улететь, чтобы потом приземлиться. Вернуться на платформу, я понимаю, да. Ладно, ребята, получается последний раунд и последняя решающая жизнь, поэтому... погибни с честью, братан, и упади. Да, отдай ты мне этот балл. С твоей честью. Зачем он тебе? Если, братан. Не, не надо. Но... Я просто боюсь ехать, потому что я не знаю, на что способен... В смысле, ты не знаешь? Ай! Я тоже упал, но ты первый коснулся. Нормально, ну получилось. Да, кстати, вроде как, да. Ты либо я так и не понял, что произошло, либо да, ускоряшкой, либо что-то типа пингануло. Обидно, 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 но квадро прям превосходит Бэтмобиль в разы. И да, ребята. Не, ну тут не немножечко разы, не повезло. Это, конечно, сказал. Нет, да, в разы, конечно, это самая лучшая тачка. Она может сражаться, но точно не в разы.
Я вчера на квадре деле... играл против Юрца, это хороша, это 100%, но типа, не в разы. Где мои колеса? Уничтожу мой квадр, слава богу, что у меня еще есть 3 штуки, поэтому погнали на следующее испытание. Давай, давай. Итак, ребята, следующее испытание — это смертельный круг. Макларен против Ламборгини, давай попробуем. 3, 2, 1, погнали, братан! Так, давай. Ламборгини быстрая. Но все мы знаем, что решат судьбу нашу только лишь ветряки. Это да. Как-то очень быстро останавливаешься, и меня это напрягает, чтобы я не врезался в тебя. Тихо. Так, погнали, 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 погнали. Вау! Идеально, идеально. Ну, у нас 2 круга, да, но, слушай, я тоже как бы вроде идеально пролетел, но, типа, ну, типа, ты-то на колесах, а я пока летел. Потерял из-за этого скорость. Давай-давай-давай, погнали. Да капец, ты ушуршал. Надеюсь, что тебя ветряки-то толканут, а? А? Не, а? Надеюсь, что на нет. Черном рынке. Куда-нибудь. О, я на 2 колесах ехал сейчас, что? Нет! Летишь? По тормозам! А, здорово. Давай, давай, давай! Нет. Да капец! Да я мог, я мог. Но да, чисто вот сколько там, пару метров оставалось, я практически догнал. И честно говоря, меня ветряки прям подкинули очень и очень такие обидно. Ладно, ребята. Ну, твой 5 балл, ты запарил, братан, а? Давай, давай, там это, сливай, сливай позиции. А мы идем далее. Итак, ребята, мы прибыли на военную базу. 3, 2, 1, поехали. Они какие-то злые, мне сразу отстрелили. Капот бы. Думал, скажешь, копыта. Копыта? Не, копыта тебе сейчас оторвут. А что это за Ниссан-то такой, а? Давай тебя взорву, есть здесь где-нибудь ракеты? Есть. Есть. Давай. Поехали сюда, тут, наверное, где-то есть ракеты. Вот налево, налево поворачивай, там ракеты. Ну, молодец, чё. Ой, я застрял. Поехали, брат. Ты обратно решил? Ну его нахер, чего нам не надо. Понимаю. Давайте повернемся, я застрял тоже. Поехали. Надеюсь, тут нет никакого робота, который сейчас встрелил. Капец, их там сколько? Ты где? Ну ты нормальный или нет? А, нормально. Ты меня срезал как бы. А что улетело там? А, это лампа? Это был я. Пока, чувак. Прости, чувак. Едь ко мне. Да, братан, едь ко мне. И направо, давай. Let's go. Давай, давай. Не хочу направо. Мам. Ай-яй-яй! Ты дурак! Валить! А что мне делать? Стоять, ждать! Я жив! Опять застрял, блин. Капец, тачка застрял просто. Ты где? Поехали, короче, к ангарам, брат. Давай. Все очень хорошо, все очень весело. И конкурсы тоже интересные. Ну я не. Спасибо, без меня. Ой, сел один нафиг. Нормально. Ты живой? Да. Ты все еще живой как? А ты как? Возле ангара уже езжу. Ну, я тоже, я с тобой прям езжу. Серьезно? Да. Тебя не взрывают? Ну, нет пока. Страшно-то как? А где роботы-то все? Понимаю, спасибо. Ну ты дурной, явно. Ну, что ты делаешь-то? Ну, помогаю роботам. Где роботы-то делись? Тебя найти. А, меня их найти? Нету, да. Да. Давай найдем роботов. В поисках роботов, друзья. Трансформерс. Это первая серия, где я не вижу роботов. Их нету здесь. Ага. Я понял. Появился, да? Понял. Я тоже тиканул. Он стреляет такой очень мало. А, понял. Ага. Дело. Ага. Газу, газу. Нормально. Ты живой еще? Это самое долгое. Когда-либо серия, да, испытания. Поехали снова к ангарам. Короче, поехали все к ангарам. Давай. А тут нет опять роботов. Ага, я понял! Ах вы фуфлы! О, да, взорвали тебя? Да, тебя я не взорвали. Жив, кстати. Нет. Капец. Тебя взорвали. Все, да. Теперь взорвали, вижу тебя. Не, ну тебе повезло, просто я первый сюда приехал, поэтому ты и взорвали. Ну, на да. Самом деле, очень долгое было испытание, потому что, ребята, обычно оно намного быстрее проходит. Возможно, что-то неинтересное я выражу. А мы отправляемся тогда на следующее испытание. Следующее испытание, ребята, это смертельные шашки. 2 чита, Ригера и Ниссан. 3, 2, 1. Поехали! А! Что это было? Понял, принял. А как ты сзади меня, и я тебя даже не цепанул, куда ты улетел? Нет, ты меня в бочину прописал и выкинул на уличном. Я тебя не касался, честно.
Ну, честно признаюсь, у меня даже на записи нету этого. Ты опять нравился? Да. Не, ну Ругера с этим в этом плане хороша. Она цепляется и едет быстро. Так, давай на разворот. Быстро, пока Дони не приехал, пока нету ботов. Ботов нету, серьезно? Отлично. Да, у меня почти их нету. Так, ты на развороте, я поехал обратно. Блин, ботов капец, сколько много. Все, отлично, нету никого. Ха, нету никого, да, действительно. Я просто уехал чисто на скорости и... Он опять появляется. Да капец, они больные. Они, видимо, после праздников новогодних не очухались. Очень странно себя ведут на трассе. Чуханы. Но мне кажется, тут ничего не помешает мне выиграть. Уже эти даже на радаре не вижу. Да, эти даже на радаре не видел. Отлично, ребята. Но Ригера очень хорошая машинка и приносит мне балла. Мы отправляемся тогда на следующее испытание. Итак, ребята, следующее испытание — это оффроуд гонка. Сделаем минимум 2 круга, поэтому 3, 2, 1, поехали! Давай. Так, ну Бугатти против Ламбы. Бугатти очень хороша. Кстати, это новенькая Бугатти. Ну, точнее, как бы старенькая, но с новым хендлингом. Не, ну вообще новая абсолютно. Реально? Я застрял, да. Просто застрял, прикинь. Ну ладно. Бугатти очень низкая. Вот что могу сказать, и цепляется обо все, что можно. Я понял. Прям вообще такое? Низкая. Она вообще низкая. Она просто все цепляет. Можете Уракан одолжить? Давай. У тебя там как раз их 4 штуки вроде как. Не, она конечно классная Бугатти, но она прям, знаешь... Она как ксена на прыжке, понял? Ладно, давай так, обменяю Уракан на квадро. Нет. Квадро дороже стоит, чем Уракан какой-то. Ну тогда страдай на Бугатти и все. У меня как бы 3 квадры осталось, еще куча Бугатти дорогих, поэтому у меня самые Бугатти дорогие в мире, поэтому, братан... Ты проигрываешь на них, дядя. Я тебе говорю, давай обменяем один Уракан на одну квадро, ты снова их не... Проблема в испытании, потому что как бы... Ладно, мое дело предложить, твое дело отказаться. Мое дело предложить, ладно. А, ты доехал уже. Ну, короче, ладно, тут твой балл, потому что Уракан прекрасно себя чувствует на этом испытании, ну, а от болида я такого не ждал, по-моему, даже предыдущая версия была получше. Потому что, ну, реально вообще не может ехать, он тупо прыгает на этом испытании. Ладно, ребята, переходим тогда к предпоследнему нашему следующему испытанию. Следующим испытанием у нас будет съезд дырдочку. Квадро против Бэтмобиля. Понял тебя, 3, 2, 1. Поехали! А кто дальше летит, интересно, я знаю? А? Это ниже. Сосна! Блин, я прям сосну врезался. Да чтоб тебя! А, плохо приземлился. Я ужасно приземлился. Прям понял. Ужасно, но... Сказал бы, что я пока лучше, но... Так, нитро, запасаемся и полетели. Полетели! Тихо, потом как? Тихо. Ну, как сказать тебе? Прекрасно, наверное. А, здорово. Здорово, тормози, дурная! А! Ай, я перелетел! Ты перелетел? Да. А ты точно? Она не поднимается у меня, но как бы она не поднималась у меня на колеса, но типа... Она вообще не встает на колеса? Да, она вообще не встает на колеса. Я, короче, типа поднялся на F2 и заехал, но тут как бы... Ну, ты пока бы приезжал бы, то все, возвращался бы. Мой балл, короче. Знаешь, что бы я сделал? Я проехал бы здесь снизу, смотри, вот так вот. А, потом типа обратно заехал. Логично. И на финиш, все, я финиширую. Ну, логично. На самом деле, пока бы ты ехал, я бы уже перевернулся, если бы тачка переворачивалась, просто потому что она не переворачивается, у меня не было бы шанса. Если бы я только обратно бы не выплакал. Ну, кстати, как вариант, да. Но это уже как бы не имеет никакого значения, балл мой. Идем дальше на последнее испытание. Давай. Ну и последнее испытание, ребята, это съезд с горячилет. Блин, у тебя, конечно, драгстер. Ну, его да. Надо где-нибудь стопорить, иначе шансов у меня нету. Блин, это еще и быстрее. Давай, впереди бы быть. А куда ты разгоняешься, братан? Пока только твой бампер впереди. Тормози. Я не на колесах. Встать, отлично. Обогнать! Да, обогнал! Остановись! Спасибо! Ну я сам проехал. А, ты тоже проехал. Так, тормози снова. Блин, я уже всячески пытаюсь тебя тормозить. А, ты опять спереди. Блин, ладно. Так, тормози вот здесь. А что ты такой хороший, а? Я хороший. Я вижу. Супра. Поехали. О, спасибо! Твой капот, короче, меня толкнул, и я поехал далее.
Да, капот, спасибо. Собственно, ты мне снизишь всю дорогу. А куда я вообще? Куда поехал? Кстати, а Супра-то неплохо скатывается. Я в сосне где-то застрял. Тихо, встань. Это вообще обидно. Это просто обидно, чтобы ты понимал, я встрял между двумя камнями, а там, где я мог выехать, стоит сосна. Кто ее туда поставил, блин? Обидно. Кто ее туда поставил? Еще да, в 13-м году сядем. Далеком, да? Ну, надо сосну. Оторвать им руки за такое. О, они должны были предположить. О, что-то как-то вообще печально. Да. Они должны были предположить, что мы будем проходить это испытание, и не должны были туда ставить. Ладно, ребята, на этом мы будем заканчивать. Такая вот серия получилась. Она была максимально веселая. Надеюсь, что она вам понравилась. Ставьте лайки, каналы в описании. Подписываемся, вот. Ставим, конечно же, колокольчики, должны ставить все уведомления. С вами был Димон Дони. Всем пока. Пока.